Привет, это снова Жека, вот, и ноу-хау Таиланда. Ну, такого я еще нигде не видел, честное слово, чтобы по морю трактора ходили. Этого прикольно, реально прикольно. Посмотрите. Вот так вот заезжает трактор в море. Вот. Из шикарной яхты выходит два человека. Но выезжают за людьми. Вручную никто там брасом не плывет. Что-то они придумали все-таки, чтобы для туриста сделать приятно и удобно. Но за определенную плату, конечно. Бесплатно только сыр в мышеловке. Природа, вот смотрите, какая хорошая. Ну, красота. Красота. Вообще пойдет. Один из островов Краби, на котором мы намокли. Вот, тут красиво как бы, но вот смотрите, купаться, ну это не пляж, это нереально. И я, честно говоря, после такого пляжа нужно два куска мыла, наверное, чтобы хорошо отмыться от этого болота. Вот. Но тут есть острова, конечно, поинтереснее. Опять же таки говорю вам, нужно брать тур, найти нормальный, который идет по островам, а не на один остров. На один остров неинтересно, и не факт, что вы попадете на самый хороший как бы остров, на котором можно и покупаться, и то, и все. Вот. А наше такси отправляется на берег. Почти как трактор «Беларусь» у нас. Прикольно, правда? А мы вот так вот смотрим на это все дело тихо, правда говоря. И тихо, и с удивлением. Ну, пока, до следующего выпуска.